«Мы молоды и в 100 лет». Под таким многообещающим названием состоялся конкурс среди медицинских учреждений республики на базе Карачаево-Черкесского медицинского колледжа. Как проходили соревнования и кто одержал победу, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. Минздрав республики организовал конкурс к столетию образования Карачаева-Черкесии. Медицинские организации представили визитную карточку с обязательным участием главного врача и старшей медсестры. Оценивались также девиз, эмблема и внешний вид участников. Благодаря вашему каждодневному труду сегодня у нас есть возможность вместе собраться в этом зале. Вместе мы все победили пандемию, ну, по крайней мере, на этот период. Я вам всем очень благодарен. А сегодня традиционно наш конкурс. Я же желаю победы. Подготовка – это самая приятная часть всего мероприятия, потому что все это под хохот сотрудников, под дружные пляски, совместные обеды. Ну, это не может не радовать. Естественно, какое-то сплочение чувствуется, дружелюбное отношение проявляется вдвойне. Поэтому у нас очень весело проходило все. Что пожелать участникам? Всем удачи. Пусть победит сильнейший, но мы тоже рассчитываем на победу. Все проходило в юмористичном стиле. Болельщики поддерживали своих коллег. Анжелика Григорьева, 38 лет, работает медсестрой республиканской стоматологической поликлиники и верна своей профессии. Ежегодно участвует в различных конкурсах и говорит, этот драйв позволяет только лишь молодеть. А республике своей желает процветания. Ну, для меня это как вызов. Я прожила в нашем городе, в нашей республике 56 лет. Я люблю республику, я люблю свой город. Ну, любого спросите, кто не любит наши реки, озера чистейшие, нашу прекрасную зелень, наш Донбай. Я хочу пожелать жителям республики мирного неба. Я хочу пожелать жителям республики братского отношения. Я хочу пожелать, чтобы всегда среди наших людей дух интернационализма процветал. И мы любили всегда всех жителей. А так оно и есть, чтобы ничего не изменилось. По результатам конкурса победу одержал лечебно-реабилитационный центр. Второе место разделили между собой Карачаевская ЦРБ и стоматологическая поликлиника Черкеска. Почетное третье место досталось Малокарачаевской больнице и Республиканской клинической больнице. Всем победителям вручили дипломы, кубки, денежные призы. Участники получили массу позитивных эмоций и незабываемых впечатлений. Альбина Курачинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия.